Всем привет, сегодня будем отжиматься, потому что мне надо кулаки укрепить. У меня рука болела тут недавно, вот где-то сбоку. Я поотжимался, и она у меня прошла. Ну, то есть, когда вы отжимаетесь, у вас кисти укрепляются. Это вообще, ну, удар сильнее становится, это тоже плюсом. Так что сейчас будем отжиматься. На кулаках будем отжиматься. Вот, друзья, поотжимался, ну, 15 раз сделал, думаю, для первого раза нормально, потому что сильно много тоже нельзя, надо отдыхать тоже. Ну, как бы, я не скажу, что я устал, я же, кстати, сегодня утром видео тоже снимал, хотел тоже загрузить, но мне так как-то качество не понравилось, я удалил эти кадры. Но я там тоже как бы отжимался на улице, в ограде, на песке, раз 30-40, где-то под 10 раз, сначала 10 раз, потом 2 минуты отдыхал, опять 10 раз, ну, подходами 40 раз сделал. Так что я хочу сказать, вот я на улице отжимался, на песке как-то, ну, легче было. Здесь вот линолеум, хотя постеленный, но пол-то деревянный идет. И вот прям вот когда ты даже кулаками стоишь, уже больно. Уже больно. А в спортзале боксеры как делают? В спортзале ты идет пол деревянный. И ты даже в этом спортзале встанешь, как бы, уже все, кулаки болят. А тем более отжиматься, это, конечно, очень трудно. Дома, ладно, где-то ты там на паласе, да, там на линолеуме отжимаешься. Ну, это, ну, тяжело, но это на деревянном всегда тяжелее. Тут у меня пол деревянный вес у линолеума, и когда я отжимался, такая боль была, вот реально мне кулаки болели. Но это как бы хорошо, кулаки укрепляются, мышцы вот здесь грудные, дельты, вот это особенно, все вот здесь вот эти запястья, все укрепилось. Мне сейчас даже рука не болит. У меня вот здесь вот кость какая-то чуть-чуть побаливала. Как бы я вот грушу бью, мне костью здесь ныло почему-то, ноющая боль такая была. Сейчас позанимался, отжался, вот все прошло, все. Видите, отжимания как бы укрепляют вам вот эту кисть. А особенно еще боксеры со временем, когда уже они, например, опытные становятся, они уже начинают это как у... отжиматься с хлопком тоже. Прикиньте, вот на деревянном полу, деревянный пол, крепкий пол, отжиматься еще с хлопком, ну или просто в припрыжку. И у них, знаете, потом какие кулаки крепкие становятся вообще. Они вот, например, вот ты смотришь, да, например, бой какой-нибудь, вот удар вроде бы не такой сильно быстрый, да, вот не сильно быстрый, но человек падает. То есть еще зависит, можете, смотрите, у вас может быть удар быстрый, но он может быть слабый, и, ну, толку не будет. А надо как бы все, чтобы скоростные удары, скоростные скорости увеличить и силу, чтобы все было вот так вот. Видите, у меня даже кулак какой стал. Какой-то это. Крепкий вообще вот. Так что пока тренируемся, никуда не езжу, сейчас чай попью, надо чай попить и все, и тренироваться. Не тренироваться, я пока не буду, отдыхать буду. Я и так уже здесь, там же на улице, ну, 40, 50 раз где-то, 55. За сегодня не сделал. Так что, друзья, если кто хочет тренироваться со мной, тренируйтесь, тоже отжимайтесь по 15 раз в день. Ну, можете просто вот так отжиматься, если у кого на кулаках не получается. Но я думаю, на кулаках у всех получится. Это что, в принципе, ничего сложного нету. Ну, старайтесь на жестком отжиматься, не на мягком, да. Потому что у вас кулаки не будут укрепляться, надо на жестком. Вот тут такой торт купили, сейчас будем чай пить. Вот, друзья, с таким тортом я буду сейчас пить чай. Вот так торт называется, с любовью. То есть сейчас будем пробовать его, так выглядит.
И торты сейчас делают, конечно, не браво. Раньше лучше было. Сейчас они какие-то слишком приторные. Торты они слишком приторные сейчас идут. Из-за этого невкусно. Сейчас я коту дам. Мне кот сладкое любит есть. Зубы бы от него не заболели, тут самое важное. Черт, от него могут зубы заболеть. И сегодня хотел сказать, почему у меня так видео выходят, ну, не часто, как раньше, через день, а через 2 дня, потому что, ну, снимать вообще нечего, реально. Ну, во-первых, снимать нечего, во-вторых, отдыхать все равно надо от видео, от YouTube. Это понимаете, когда вы будете вот так вот видео снимать, вот люди некоторые каждый день видео снимают. Это на психику очень сильно влияет. Хотя люди могут не замечать, но это влияет. То есть отдыхать все равно надо. Ну вот самое оптимальное время, оптимальные дни для вылаживания видео, ну, раз там в 4 дня, раз в 5 дней. Вот это вот. Ну потому что вы хорошо отдохнете, во-первых, да, почему в 5 дней раз. Вы отдохнете хорошо, у вас... Там все будет нормально, и у вас идеи будут для видео какие снимать. Да и самим вам будет есть что рассказать на камеру. Я снимаю каждый день видео это. Да ничего хорошего вы не снимете. Будет вся какая-то такая... Те люди, которые каждый день снимают, они просто все свои действия описывают и все. Просто говорит, вот я сейчас пойду, там, туда-сюда пойду. Просто описывают свои действия, ничего у них конкретного-то не происходит. Но те это люди каждый день снимают, у которых уже заработок есть. Они чисто ютубом для заработка. Все, я торт съел.